А вон вышка, я вижу. Самое точное описание происходящего, что сюда не хочется ехать. Я не понимаю, почему я тут не проехал. Если бы ты в прошлый раз не сломал мой КДЛ, я бы его сегодня сломал. Реально, мне жалко людей уже, которые меня спасли. Ну, я прав же, да? Бля, без очков тут жестко, наверное. Это типа гонка с элементами спортивного ориентирования. Чуть не уебался. Чуть, блядь, ногу не сломал. Согласен. Очень много сильных корней, которые у нас
бодренько идем. Ну, вон там, Марик, привычка мне. На кабине. А, пить охота. Да, есть такое. Че? Пить охота.